Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как связать вот такой узор, ну не знаю, в технике пэчворк или интерлак. Я его назвала хулиганский коврик. Такой коврик можно связать из полипропиленового шнура. Это пряжа для ручного вязания, рукодельница. Но в этот раз я вязала из акрила. Производство Пехорка, детская новинка. Вот такой хулиганский коврик получился. Почему хулиганский? Потому что я не стала вывязывать здесь уголки. Здесь не стала вывязывать, а прям оставила как есть. И обвязала крючком. Я вам покажу, как я обвязывала, как можно еще обвязать. То есть у него все углы разные. Вот здесь так заканчивается, здесь так. Здесь вот так заканчивается. Вязала сам этот узор тунисским крючком, а обвязку делала простым крючком. Вязала крючком 3,5 миллиметра, а обвязку делала тоже крючком 3,5 миллиметра. А также отвечу на вопрос по поводу петель. Многие спрашивают, как вязать, чтобы петли были одинаковые, ровные. Ну вот я постараюсь вам ответить со своей колокольни. Может быть, у кого-то другое мнение, но я выскажу свое. Таким узором, как я уже сказала, можно связать плед. Оригинальный будет. А то мы привыкли, что всегда ровный. А тут вот такой будет бесшабашный. Вот. Можно коврик в ванную комнату из полипропиленового шнура. Вязать я буду из пряжи производства Пехорка. Детская новинка. Детская серия. Цвет бирюза. Это 100% высокообъемный акрил. 50 граммах 200 метров. Ну и тут все параметры указаны. Значит, вязать я буду крючком 3,5 миллиметра. Значит, размер этого крючка проходит вот здесь. Вот это размер. Что мы делаем? Вот его толщина 3,5 миллиметра. По всей длине крючка кроме вот этой части. Теперь возьмем другой крючок, допустим, вот 3 миллиметра. Ширина у него 3 миллиметра здесь. Вот здесь. И 3 миллиметра начинается от среза. Вот отсюда и до широкой части. Три миллиметра. Все совпадает. Вот этот крючок 3,5. Ширина здесь
3,5 миллиметра. Но здесь утолщения нету. Вот это хорошо сделали. А здесь, видите, он идет на расширение. А здесь везде ровный. Давайте еще этот проверим. Три с половиной миллиметра. К чему я это веду? Вот давайте будем набирать петли. Эту петлю мы потом затянем. Один, два. И эту петлю надо протягивать, чтобы она была именно того размера, что крючок. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Видите, все петли ровные, кроме этой, которую мы потом затянем. Дальше набираем. Ну, я буду показывать именно на том количестве петель, на которых я вязала цветной коврик. Вытащили петлю и протяните. Вытащили. И протяните. И тогда у вас петли все будут одинаковой величины. Значит, получилось у меня сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Вяжем изнаночный ряд. Провязываем сначала одну, потом по две вместе. Один протянули. Два протянули, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12. Вот что я вам могу только посоветовать. Вот тогда у вас все петли будут ровные. Здесь оно потом затягивается. Вот. Итак, мы должны провязать 6 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значит, дальше вяжем самостоятельно. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Причем, смотрите, крючок не вверх тяните, а параллельно. Девять. 10, 11, 12 я набираю вот так и вот так.
за 2 полупетли. И тоже протягиваем. И опять провязываем сначала одну, потом и петлю, и тунисский столбик. Это у нас второй ряд. Значит, вы самостоятельно провяжите 6 рядов. Провязала я 6 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 петли осталось, и я их провязываю. Затем беру пряжу другого цвета, того же производителя, но цвет айсберг. Причем хвостик оставляйте по длине связанного прямоугольника, чтобы потом можно было заправить. И набираем 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И теперь набираем петли. 2, 3, 4, 5, 6. Так, эту мы подтягиваем, перекручиваем нитки. Так, впоследствии она затянется. И добираем еще 6 петель. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Вяжем точно такой же прямоугольник. 1, 2, 3. 4, 5, 6. В изнаночном ряду, вот я вяжу изнаночный ряд, буду нитки перекручивать. А в лицевых рядах перекручивать не буду. Почему? Ну, мне кажется, что если перекручивать в изнаночных, то нить, которая остается, не будет здесь просвечивать. Вот здесь перекрутила. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нитки здесь не перекручиваю. 7, 8, 9, 10, 11. 12. 1, 2, 3, 4, 5,
6. И вот теперь я их перекручиваю. Вот. Я попробовала таким методом. Посмотрите, может, кому-то понравится, может, нет. И вот нитка тогда не будет там просвечиваться. 7. Восемь, девять, десять, 11, 12. Вот, подтянули, и она, вон, видите, где? Практически вся там. Цепляется только за петлю изнаночного ряда. Вот, ее не будет видно. В следующий раз провяжем, ряд провяжем, уже вообще не будет видно. Значит, вы провяжите 5 рядов. 1, 2, 3, 4, 5. И дальше я вам покажу. Вот я вяжу третий ряд. И что хотела вам показать, на что обратить внимание. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь мы должны нитки перекрутить. Вот мы перекрутили в изнаночном ряду. Провязываем. И вот эта нитка, которой мы вяжем, она может иногда фалдеть. Поэтому вы ее немного подтяните, чтобы она на обратной стороне, вот она проходит, чтобы она затянулась. Потому что бывает так, что вот здесь она вот так вытягивается, слабая. Вот. Вот так может быть. Поэтому вы, когда перекручиваете эту рабочую нить, вот, подтяните, чтобы сделать натяжение. Вот, провязала я 3 ряда, еще 2 ряда провяжите, вот будет у вас 5. 1, 2, 3, 4, 5. И я вам еще один момент покажу. Ну вот, провязала я 5 рядов. 1, 2, 3, 4, 5. Вяжем 6 ряд. Вот видите, по изнанке, когда соединяешь, нитка не просвечивает. 6 ряд вяжем. 2, 3, 4, 5, 6. Провязываем 7 и нитки перекручиваем в лицевом ряду. 8, 9, 10, 11, 12. Закрываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот видите, в изнанке, вот видите, в лицевом перекрутила, немного уже просвечивает. Теперь мы что делаем? Подтягиваем, укладываем, как при вязании жаккардом, и эту нитку, вот эту, тянем сюда. Семь, восемь, девять, десять,
11, 12. И вот тогда у нас нитка идет четко под углом. Вот это. Видите? Потому что мы провязали ее, закрепили и в лицевом, и в изнаночном ряду. Ну, вы пробуйте, тренируйтесь. Дальше что делаем? Теперь вяжем этой ниткой. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И опять набираем. Два, три, четыре, пять, шесть. Вот здесь мы в первом ряду перекручиваем. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. И вяжем точно такой же прямоугольник по этому принципу, как я показывала. Ну, вы смотрите, может, кто-то поинтересней будет вязать, у кого-то другой принцип вязания. Вот мы так и будем ступеньками вязать. И вот так оно у нас пойдет вверх. Значит, вяжем, кто собрался вязать, столько прямоугольников, кому сколько нужно. Я сейчас немножко провяжу. Ну вот, провязала я несколько прямоугольников. Значит, начали мы с более темного цвета и перешли на светлый. Один, два, три. И светлых у меня тоже. Один, два, три. Заканчиваем светлым. Я нитку сюда протянула в угол. Вывязываем одну воздушную, затем заходим под столбик и провязываем соединительную. Один, два, три, четыре. Уже четыре столбика мы закрыли. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. 10, 11, 12. Вот за счет того, что я крючок продергивала, петли у меня все одинаковые, видите? И уголок у меня четкий. Все. Теперь эту нитку отрезаем и эту отрезаем. Но я отрезать не буду, потому что это образец, я его потом распущу. Поставлю сюда маркер. Все, мы закрыли. А здесь у нас петли не закрытые. Они так и останутся.
Так, теперь переходим к началу вязания. Вот здесь мы начинали. Мы вязали более темным цветом, здесь светлый. Вот так поворачиваемся. Теперь берем светлую нить, но другого цвета. Вот беру тоже производство Пехорка, детская новинка. Называется Венерин башмачок. И будем набирать петли вот с этой стороны. Вот здесь у нас был первый ряд, и отсюда же будем набирать петли. Так, считаем. Ну вот я кверх ногами перевернула. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот мы должны войти перед столбиком под петлю. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13. Вот видите, я вытягивала петли через крючок, и все петли ровные. Теперь мы набираем по цепочке 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11 и вот так 12. И вот у нас остается 1, 2, 3, 4, 5, а вот этот столбик 6. Вот сюда мы заходим и соединяем, протягиваем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12. Так, давайте я вам еще покажу. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12. Заходим под следующий столбик. И протягиваем. 1, 2, 3. 4, 5. И так до конца ряда. И вот этот прямоугольник соединяем, вяжем до конца этого прямоугольника. То есть у вас должно быть 6 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И здесь тоже 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значит, вы провяжите дальше самостоятельно, и в конце я вам покажу. Провязала я 5 рядов. 1, 2, 3, 4, 5.
Это шестой ряд, набрала петли. И теперь мы крючок вводим не под петли, а вот еще ниже там есть петля. Мы не под петли зашли. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.